Всем привет, меня зовут Лиза, и сегодня один из тех немногочисленных дней, когда я никуда не иду. Весь день в моем распоряжении, у меня много домашнего задания. И вот вы знаете такую фишку, когда, например, у вас какой-то зачет или экзамен, и вместо того, чтобы готовиться, ваша комната становится кристально чистой, но это не в моем случае. Сегодня я просто правда хочу протереть пыль с комода, с столов, пропылесосить, потому что у меня тоже есть такая странность. Мне не нравится, когда мой розовый ковер находится вот в таком состоянии. Я люблю, когда он пропылесошен и вот прям вот так вот. Все взъерошено. Так что обычно у меня сегодня выходной, возможно, вдохновлю вас на то, чтобы убраться в комнате или на то, чтобы сделать домашнее задание. Вот это другое дело. Многие люди, мне кажется, даже не поймут разницы между предыдущим ковром и вот этим. И я еще зажгла свечки, и у меня вкусно пахнет в комнате. Я сегодня решила еще обновить мой мудборд. Процесс создания моего мудборда начинается с Тамблера. Я сохраняю какие-то картинки к себе на телефон и потом печатаю их. И вот что у меня получается. Он не об дно отталкивается, а он об воду отталкивается. Великие слова. Но я имею в виду, что тебе, блин, слишком далеко. Hello! О, а где он, где он, где? Ой, лёст. Hello! Сейчас ехала семья. Три велосипедиста, мама, папа, сын. И папа просто на весь парк кричал: «Осторожно, я еду!» И у меня грязная камера, поэтому я думаю, сейчас просто... Очень красивый закат. И мы с Дашей доехали сюда кое-как на одних ногах. Красный становится. И сейчас мы поедем домой, я пойду в душ и спать почитаю. Нет, Душечку. Она врет. Сначала мы поедем вот туда, нет, а потом мы поедем домой. Нет, я хочу потестить дорогу. Один, два, три. Цуепа! Так и знала. Здравствуйте. Потом я читаю книжку и, наверное, лягу спать, а завтра я хочу проснуться опять с рассветом. Здравствуйте. А вот завтра... Я без понятия, сколько сейчас времени, но уже стемнело, и мы все еще катаемся. Ребята, что я вам еще хотела сказать? Тут очень теплые камни.